Ну, в общем-то, мы первый период не так сыграли, как бы хотели. Были удаления. Хотя мы ребят предупреждали, что Новокузнецк будет играть больше в атаке. Так оно и получилось. Второй период, в общем-то, выровняли игру. Третий период, молодцы, что сравняли счет и побыли-то победили. У меня все. Ну, я согласен с вами, Константинович, так, в принципе, по периодам было бы. Только единственное, что в третьем периоде мы допустили грубейшую ошибку, когда игрок трактора вышел в 1-0, о чем мы предупреждали, это разбиралось. К сожалению, не дошло до этого защитника, поэтому получили 2-2. Ну, а Булиты, конечно, мастерство больше у трактора оказалось. Трактор с победой. Ну, в целом положительно, потому что все-таки выиграли, заработали 2 очка. Вот. Ну, хороший матч получился, и боевой, что-то довольно результат в целом. Ну, тяжело, особенно поначалу, да, очень быстро, всегда команда отличается тем, что быстро, ну, достаточно быстро начинают все игры, быстро хоккей играть. Вот, мы немножко не готовы оказались, поэтому, уступая в счете, тяжелее было, конечно, сложнее отыгрываться. Команда хорошо в обороне уже играла. Наверное, нормальная игра получилась. Тяжело играть с таким соперником, они забили гол и ушли в оборону. И, наверное, за счет этого, конечно, нам не удалось забить ответный гол так быстро. И тяжело было играть сегодня с ними. Где-то удаления не было, чтобы нам немножко в атаку уйти. И они постоянно давили на нас. И так в целом нормально все. Да, в принципе, нормально создавали моментов. Нужно было просто реализовывать их. И, думаю, все нормально было. А так немножко не фартило сегодня. Просто попал в ворота хорошо и все. И, в принципе, он хорошо перекрывал, пытался угадать, но я немножко пораньше бросил, чем Челябинский. Факт неожиданности сработал. Последнее время вас, наверное, уже замучили вопросом об отъезде в Национальную хоккейную лигу. Лично вам эти вопросы еще не надоели? Да надоели, конечно. В следующий раз я просто, как говорится, жестко буду отвечать уже по этому вопросу. Каждый встречный задает. Матч был очень тяжелым, напряженным. Мы знали, что трактор первой команды на Востоке, что они очень сильно добавляют в третьем периоде, старались сыграть без ошибок, но это хоккей, не всегда получается сыграть без ошибок, поэтому был провал в обороне и получили гол за там в концовке матча. Это, в принципе, решил так исход. На ваш взгляд, если бы мы выиграли сегодня в основное время встречи, этот результат бы можно было назвать объективным? Я считаю, да, мы должны были сегодня выигрывать, и я считаю, мы потеряли 2 очка, или, ну, хотя бы очко должны были выигрывать этот матч. Ну, не знаете, видите, Булит, ну, как говорится, то, что Булит – это кому повезет, кому нет. Не смогли мы сегодня реализовать ни одного Булита, поэтому проиграли, конечно, обидно пропускать то, что трактор сравнял за 8 минут до конца и потом вырвал у нас такую победу. Ну, играли хорошо, видите, как говорится, то, что хорошая игра очков не прибавляет. Ну, в принципе, все старались, все выкладывались, и думаю, что где-то по ходу матча мы контролировали ход игры.